Здравствуйте, уважаемые болельщики НБЛ. С нами сегодня нападающие команды «Эра недвижимости» Александр Садовский. Мы сегодня с вами стали участником, а мы свидетелями поистине драматических событий на площадке. Вы уверенно вели с отрывом несколько очков в три четверти. И на последней минуте матча проиграли минус один. Что случилось? Ну, случилось следующее. Скажу так. Наверное, не хватило, пускай никто на меня не обидится, глубины состава. Все-таки на концовочку сил у них осталось побольше. Ну и вы сами все видели. Прописные истины. Забиваешь штрафные, выигрываешь игру. В ответственный момент я промазал два, поэтому мы и проиграли. Как-то так. Ну и еще, я думаю, соперник сегодня хотел больше выиграть, чем мы сами. Вот, поэтому тем паче, тем интереснее в следующий раз будет. У нас 1-1, и следующая игра покажет, кто на самом деле достоин этого финала. Давайте несколько слов о предыдущей серии. Вы в предыдущей серии игр встречались с Грушвилем. Да, верно. Серия началась с вашего проигрыша минус 17 очков. Вторая игра плюс 3 и третья игра плюс 19. В чем секрет? Секрет в том, что в первой игре мы очень много дали забить Дашкевичу. Неправильно сработали с ним в защите. Опять-таки играли усеченным составом, не стопроцентным. Вот, во второй игре мы немножко подошли уже более уверенно, разобрали как. Наша первоочередная задача была справиться с Дашкевичем. В принципе, справились. Забил он два раза меньше, и этого хватило для того, чтобы победить. Вообще, что касаемо Грушвиля, для нас он оказался очень весьма неудобным соперником. Не знаю, почему. У нас 2-2 по сезону. То есть в регулярке мы им проиграли первую игру, вторую, и две последние победили. Но что касаемо Грушвиля, это самый неудобный соперник для нас по сей момент. Вот, поэтому как-то так. Секрет успеха был защита против индивидуальных действий их лидеров. Давайте еще несколько слов о соперниках. Если вы проходите текущую серию, дальше вас ждет финал с Мапогом Элс или Вабанк. Поделим шкуру неубитого медведя. Кого хотели бы видеть в качестве оппонента? Ну, вы знаете, Мапога очень быстрая команда, бегут, играют все 40 минут без остановки. Очень хорошая ротация, равноценные замены со скамейки. Вот, даже я бы сказал, некоторые замены идут на усиление. Вот. И, ну, наверное, хотелось бы, если бы мы пройдем Golden, что 50 на 50, то хотелось, наверное, с Мапога сыграть в финале. Ну что ж, я желаю, чтобы был интернациональный финал, так сказать. Хотя Вабанк тоже неплохие ребята, многих знают. Хорошо, ну что ж, я желаю вам успешной серии, не расстраиваться, набраться сил и показать красивый и качественный баскетбол. Спасибо, мы не будем расстраиваться, мы будем готовиться. Поддерживаем. Уважаемые болельщики, спасибо вам. Баскетбол здесь, оставайтесь с нами.